Всем привет! Снимаю видео в своей смотровой яме. Как я ее сделал, как устроено. Видео подобных в интернете я не нашел, так что мудрил сам. Что придумал, то придумал. То есть яма делится на две части. Половина ее остается на месте, та, что дальше. Первая часть уезжает под нее. Параллельно основному уголку, который был заложен изначально для досок, для ямы. Я приварил еще один, только уже внутри самой ямы. Все доски, которые уезжают под нее вниз, они короче, уже на толщину уголка. То есть где-то с каждой стороны по 5 сантиметров. То есть на 10 сантиметров яма стала, скажем, уже. Вот. И по направляющим, как бы, по этим уголкам, вот в этом месте, уголки уходят вот так вот, как бы, ныряют под низ, под ту яму, которая остается на месте. И дальше тросами и потом цепью приходит на этот механизм. Этот механизм взят редуктор вот старого советского кресла парикмахерского, которое поднимало вверх-вниз пассажира, который стригется. Так, ну вот он так устроен. Цепи две. Две цепи соединены в одну. Всего их нужно было 4. И вот велосипедные обычные звезды. Там подшипник с каждой стороны. Редуктор тоже с цепью. Вот. И все это дело тянет за троса. Троса, в свою очередь, идут вот сюда, на этот обводной ролик. Здесь стоят концевики на выключение света в подвале и света, ну, всего, в общем, света. И концевик, который останавливает саму яму по достижении ее опора. Вот так это все поедет. Вот механизм крутится, тянет трос, ну и вот так вот это ползет себе не спеша. Доски друг друга не задевают, это песок, который попал непосредственно сюда, так скрижечек. Но это на миллион лет этих досок хватит, они не затрутся. Здесь вот свет выключается. А это вот останавливает саму яму, когда доходит до конца. Вот так вот устроен механизм, который приподнимает доску, под которую нужно, чтобы занырнуть под низ. Сейчас она доедет до конца. Я покажу, как это устроено. Доски получаются вровень. Ничего не выпирает. Вот последняя. И вот так это все опускается. Как видите, пол полностью ровный. И вот так она поднимается обратно. Видно, да? Вот обратно. Все, здесь тоже доски полностью доезжают до конца. Все, всем пока.